Более подробно эту тему с Дмитрием Снегиревым обсудим. Военно-политический аналитик. Дмитрий, здравствуйте, рады вам. Добрый вечер. Дмитрий, по Курской области очень интересно наблюдать за данной ситуацией. И как показывает практика, о чем, кстати, говорил президент Зеленский, что это очень хорошая возможность пополнять обменный фонд, дабы освобождать из российского плена украинских воинов. Ваше видение ситуации в Курской области, пожалуйста. Да, следует говорить о том, что одним из достижений украинского наступления в Курской области является большое количество военнопленных российской армии. Это, соответственно, увеличивает шансы на равноценный обмен в коэффициенте 1:1. Более того, следует отметить, что и массовая сдача в плен российских военнослужащих засвидетельствовала низкие моральные и волевые качества регулярных войск вооруженных сил Российской Федерации. Их неготовность защищать непосредственно российскую государственность на территории самой Российской Федерации. То есть уже речь не идет о мотивированности российских военнослужащих в моменте боевых действий непосредственно на территории Украины. Причем речь идет о том, что массово сдаются в плен не только так называемые срочники, но, соответственно, пограничники, а данная погранслужба входит в состав ФСБ и, соответственно, бойцы полка «Ахмат». Это примечательно. Кроме того, следует отметить и тот факт, что на данный момент, по данным западной стороны, украинское разведсообщество и украинский генштаб не комментируют количество подразделений сил обороны Украины, которые принимают участие в Курской операции. Так вот, по данным западных разведок, наступление ведут порядка 4 украинских бригад. В то же время, по информации российской стороны, в Курской области сосредоточено 9 российских бригад. А вот это уже весьма показательный факт. Дело в том, что согласно всем воинским уставам, наступающая сторона должна иметь численное превосходство в коэффициенте 1:3 по сравнению со стороной, которая держит характер активной обороны. То есть, образно говоря, если российских войск в Курской области сосредоточено 9 бригад, то, соответственно, наступление с украинской стороны должны были вести как минимум 25-27 бригад. А мы видим, что 4 бригадами силы обороны Украины успешно решают характер уже оперативного продвижение вглубь российской территории. Это свыше 30 километров, до 30 километров. Так тактические успехи свыше 30 – это уже оперативные. Причем подчеркну, что темпы продвижения вглубь Курской области, ну, они неприятно удивили российское политическое и военное командование. 35 километров – глубина продвижения порядка 40 километров – ширина фронта. Для понимания, за 3 месяца ожесточенных боев на Харьковском направлении российские оккупанты смогли продвинуться на 8 километров вглубь украинской территории. За 3 летних месяца наступления на Донецком направлении, где сосредоточено несколько сот тысяч отборных российских войск, тотальное преимущество в воздухе и, соответственно, средства поражения, россияне смогли продвинуться на 10, максимум 12 километров и взяли под контроль 12 населенных пунктов, в то время как силы обороны Украины за данный период взяли под контроль порядка 90 населенных пунктов. То есть речь идет о том, что несмотря на все заявления российской стороны, ну, давайте называть вещи своими именами, полезных идиотов в украинском информационном пространстве, которые ставят под сомнение характер проведения операции в Курской области, мы имеем на данный момент создание зоны безопасности, которая поставила на фактически ноль возможности российской стороны терроризировать мирное население Сумской области с использованием минометов, ствольной артиллерии РСЗВ. Причем следует отметить, одним из успехов операции украинской стороны в Курской области – это безусловная поинформированность украинского разведсообщества, в первую очередь Главного управления разведки,
разведки Министерства обороны Украины и украинского генштаба о планах российского командования. Речь идет о планах по созданию контингента вторжения, группировки вторжения на территории Курской области, которая имела целью повторения харьковского сценария, то есть перенос боевых действий на территорию Украины, продвижение вглубь украинской территории, создание зоны нестабильности, целью растянуть линию фронта и отвлечь оперативные резервы. И тут следует отметить, что украинское разведсообщество провело уникальную операцию с дезинформацией противника. Я напомню, за 2 недели до начала успешного продвижения украинских войск на Курском направлении руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Буданов заявил о том, что есть информация о якобы готовящемся характере вооруженных провокаций на Сумском направлении. Тогда он называл «северное направление». Все восприняли это как «Украина-белорусская граница». И, соответственно, с целью якобы прикрытия данного направления была осуществлена передислокация личного состава, техники и проведено оперативное разворачивание группировки вторжения сил обороны Украины. А что дальше было, мы все прекрасно видели. Удар на опережение, который застал врасплох российские войска, что позволило захватить 2 линии эшелонированной обороны российской армии. И когда говорят о том, что они были не готовы, на оборонительные сооружения с российского бюджета было выделено 200 миллионов долларов. О какой неготовности идет речь? Речь идет об успешных действиях сил обороны Украины и украинского разведсообщества, которые смогли дезинформировать противника, не дать возможности развернуть контингент вторжения и, соответственно, нанесли удар на опережение, то есть перенесли войну непосредственно на территорию Российской Федерации, чем спасли сотни жизней мирного населения украинских населенных пунктов. Это безусловный успех украинской стороны. Второе, давайте опровергнем суждение о том, что дальнейшее продвижение под вопросом и дальнейшие тактические успехи. На третий день вхождения на территорию Курской области глубина продвижения была порядка 10-12 километров. Уже через неделю более 25, и темпы не снижаются. На данный момент уничтожено 3 основных моста, соответственно, в Лужковском районе Курской области, что ставит под вопрос дальнейшее существование подразделений российской армии на территории данного района. Это порядка 3000 еще российских военнослужащих, которые остались фактически отрезаны от баз постоянной дислокации. И главное, это площадь российской территории порядка 750 километров. То есть можем говорить, что на данный момент созданы все предпосылки для оперативного окружения российской группировки на территории данного района. Более того, все попытки российской стороны развернуть понтонные переправы пресекаются украинской стороной в моменте нанесения ударов с использованием «Хаймерсов» с кассетной боевой частью и, соответственно, работает украинская авиация. И сами россияне признают о том, что данная группировка российских войск фактически осталась в полном окружении. И дальнейших возможностей материально-технического обеспечения, вывоза раненых, проведения ротации личного состава на данный момент нет. По всей видимости, будет опять принято непопулярное, как говорят россияне, решение о массовой сдаче в плен военнослужащих российской армии. Еще важный момент, Дмитрий, ведь тут кроме военной составляющей еще есть и не дипломатический, а политический шаг. Ведь еще до 24 февраля 2022 года Российская Федерация ассоциировалась у всех как реально вторая армия мира, как они сами себя провозглашали. Сейчас, видя отсутствие каких-либо масштабных успехов на фронте в Украине у Российской Федерации, видя, что, исходя из информации украинской разведки, Путин дважды ставил дедлайны на захват Донецкой области, и дважды они были
неисполнимы. Сейчас видим, что территория Российской Федерации в целом дырявая, границы. И туда заходят все, кто хочет. В данном случае силы обороны Украины этим воспользовались и сейчас как раз создают буферную зону. Насколько это удар по имиджу Путина, как еще до 22 года диктатору, правителю и в глазах у многих лидеров мирового сообщества, как владелец реальной второй армии мира. Сейчас же по факту это далеко не так. Более того, давайте говорить о том, что все так называемые красные линии, а я поясню, о чем идет речь, заявление Путина о том, что если война будет перенесена непосредственно на территорию Российской Федерации, последует более чем жесткий ответ, адекватное с внешним угрозам. То есть речь шла о возможности применения тактического ядерного вооружения, чем он пугал весь цивилизованный свет. И что мы увидели в итоге? Две недели успешного характера боевых действий непосредственно на территории Российской Федерации, а вводится режим контртеррористической операции. Ни о каком нанесении ударов с использованием тактического ядерного вооружения не идет речь. То есть опять король оказался гол. Это раз. Второе. Согласно Конституции Российской Федерации, в случае непосредственного характера боевых действий на территории Российской Федерации создаются предпосылки для полной мобилизации, не о частичной. В данном случае речь идет о том, что Российская Федерация пытается сделать вид, что никаких боевых действий на территории Российской Федерации нет, и, соответственно, оглашать либо частичную, либо полную мобилизацию нет никаких предпосылок. В то же время, что мы видим? Передислокация подразделений российской армии, согласно данным наших балтийских друзей, с Калининграда. Более того, передислоцируют даже части военно-космических сил Российской Федерации. А это, извините, не штурмовики. Это единичный фактически товар, который свидетельствует о том, что, соответственно, оперативных резервов у российского командования нет. Кидают уже абсолютно неподготовленный личный состав для противодействия дальнейшему успешному характеру боевых действий украинской стороны на территории Российской Федерации. То есть мы можем говорить о том, что украинские вооруженные силы фактически поломали этот, скажем так, политический символизм Российской империи, красные линии и недоторканность российских границ. Вот это два основных компонента, на которых держалась российская идеология. Они фактически оказались растоптаны украинскими военными. Это не только политическое поражение, это информационное, это личное поражение российского диктатора. Дмитрий, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Всегда рады вам в эфире Freedom. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, с нами был на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.